Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня снова мы поговорим про звук китайский. На этот раз мы посмотрим на начальный агрегат от FIO, даже не начальный, а еще как бы ниже под начальным, под названием M3. M3, в общем-то, наверное, является ответом яблоку. Это плеер компактный, маленький, неразборный совершенно, то есть, похоже, идея какая, он что-то не работает, вы его или сдали продавцу, или к черту выкинули, купили новый. Гламурненький, ну, пригламуренный, скажем так, по сравнению с его металлическим, даже X1 начальным. И, в принципе, он имеет такую же диалогию. Попсово, гламурно и же с ним. Меню. Меню вертикальное. Да, экран здесь, конечно, лучше, чем, например, у X-Duo, который я тоже делал обзоры, посмотрите обязательно на канале. Но при этом же он также, в отличие от X-Duo, неразборный. Там можно было поменять самому, раскрутить корпус. Здесь это сделать нельзя, там все залито насмерть. Экран такой большой, цветастый условно. Ну, понятное дело, тут суперматрицы не наблюдается, но тем не менее. Вертикальная ориентация, не всегда понятные пиктограммы. Вот верхние, например, это не настройки, а списки воспроизведения. Вот такие три полосочки с точками. Дальше вся музыка, соответственно, по исполнителям, по альбомам и по папкам. Значит, что мы можем здесь увидеть? Совершенно идиотское решение с точки зрения управления. Вот в кармане им управлять невозможно, вообще никак. Он непонятен. Его даже когда вот так держите, он какой-то такой косенький с этой точки зрения, потому что вверх-вниз по громкости это вот эти вот маленькие-маленькие стрелочки. То есть вы ставите палец и стараетесь вот найти вот эту вот громкость. Вам хочется как-то вот это дело по-другому все сделать, но нет, у вас это не получается. Значит, перемотка вперед-назад, она подальше разнесена, правда, это тоже не сильно помогает, потому что вы можете попасть на плей-паузу, которая выше. Тоже по-дебильному, меню вот сверху слева. То есть инженеры в погоне за дизайном испоганили блок управления так, что у меня даже слов нет. Это кошмарное совершенно решение. Я, конечно, видел хуже, но там то же самое было еще и в сенсоре. Правда, не у FIO, к счастью. Сбоку кнопка включения-выключения, слева такой пластиковый регулятор блокировки. Немножко так побалтывается. Снизу разъем microUSB, разъем под карточку памяти и, естественно, выход на наушники. Значит, по звуку. По звуку это попсовый хороший звук, то есть он явно лучше, чем любые мобильники на рынке, но он все равно, понятно, что это звук такой вот веселый, разухабистый, немножко тягучий, певучий, драйвовый, с агрессией. А аналитики здесь 0,0. Да, супер-пупер детализации 0,0. Повторюсь, он намного интереснее, чем большинство мобильников на рынке, но он хуже, чем тот же X1, он хуже, чем X2 начальный явно. То есть он подходит вот к начальному уровню как бы снизу, со стороны бытовухи. Не сверху, уже с точки зрения профессиональной, типа мы сделали хорошее железо, но пусть простое. Нет, он именно вытащен из низов таких, пролетарий, вышедший в свет. Народный депутат, считайте. Работает, правда, зараза долго, аж у меня получилось что-то 17 часов воспроизведения, то есть я его поставил, он там, господи, он лежит, играет, ну вообще что-то какая-то кошмарная штука, этим он большой имеет плюс, с моей точки зрения, сейчас еще посмотрю, может быть, что-то я подзабыл в этом деле, но, по-моему, я сказал про него все, значит... Баса достаточно, серединка, ну, есть как бы, ну, не знаю, мне кажется, она более простая, чем другие, там, X1 или, опять же, X2, да, верх еще более простой, он такой, ну, бытовой, нету каких-то таких вот особенностей инструментов, особенностей тарелочек, хорош, но, повторюсь, на бытовом уровне, вот бытовой плеер, воспринимайте его именно как бытовой сегмент, то есть FIO ушел вниз туда, на людской общепонятный уровень. Нет какой-то глубины сцены, конечно, в нем, да, все так скучно, все вот так вот сжато.
Ну, вот мясистый, жирный, напористый звук понравится очень многим людям, которые привыкли к такому звуку на мобильниках. Поэтому это хорошая замена мобильникам, но, наверное, не совсем правильно называть этого первый шаг к хорошему звуку. Для первого шага, я повторюсь, есть тот же самый обозренный мною X-Duo X2, как вариант. Он точнее все-таки будет, он правильнее с точки зрения даже усилительной части. Но 55 баксов — это не так дорого для того, чтобы получить себе вполне себе плеер для спорта. Почему нет? Все, на сегодня все. Я большую благодарность объявляю компании PFF Audio.com, потому что они мне дали спокойно и долго поиграть с этим устройством, составить о нем мнение, да тем более у них оно стоит довольно дешево, как я посмотрел на сайте. Так что молодцы большие. Все, я прощаюсь с вами, до скорых новых обзоров. Пока-пока.